Свой 75-летний юбилей Ульяновская область продолжает получать подарки. 26 единиц специализированного автотранспорта сегодня получили сразу 12 муниципалитетов. Новые школьные автобусы теперь будут развозить детей районов в самых лучших условиях. Добираться очень трудно. Старый автобус уже был и холодный, и бывали поломки. Но теперь на новом автобусе мы будем и в ФОК ездить, и на соревнования, ну и, естественно, возить детей в школу. Государственные учреждения здравоохранения получили 4 новые кареты скорой помощи, которые уже сегодня выйдут на службу. А вот единственный белый автобус здесь не случайно. Этот так называемый творческий транспорт – автобус для Димитровградского драмтеатра. Благодаря этому автобусу значительно увеличивается наша сфера деятельности. Мы просто расширяем свои творческие горизонты, потому что в прошлом году активно вели гастрольную деятельность на просторах Татарстана, Самарской области. И у нас очень большие планы продолжить эту работу. И нам просто жизненно необходим такой прекрасный, тепленький, новенький, такой весь замечательный автобус. Но с одним автобусом решить проблему несложно. А вот обеспечить все нуждающиеся муниципалитеты школьным транспортом и не упустить ничего важного уже сложнее. Региональное министерство ЖКХ и транспорта вместе с Минпромторгом России по заявкам муниципальных образований решают эти вопросы в постоянном режиме. Минобром в постоянном режиме мониторинг ведется состояние транспортных средств школьного транспорта. И вот этот перечень, он был готов уже в начале прошлого года. В 2017 году в рамках региональной госпрограммы по развитию и модернизации образования на средства в размере более 38 миллионов рублей было закуплено 24 новых школьных автобуса. Теперь этот транспорт будет эксплуатироваться в ближайшие 10 лет. Кристина Жакот, Руслан Баталов, новости Ульяновской правды.